Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Поликарпова Настя, я ученица 11-го Б-класса Намской областной гимназии. Представляю вам свой доклад «Передовые практики сохранения и популяризации языкового и этнокультурного многообразия народа Саха посредством обучающего контента на родном языке». Актуальность данной темы условлена тем, что в современном мире падает интерес к якутскому языку. Исследователи прогнозируют, что уже к 2050 году может исчезнуть язык Саха, то есть произойдет заметное значение якутского языка в русский. Целью данной работы является создание обучающего видео для популяризации и сохранения родного языка. Для достижения цели были поставлены следующие задачи. Первое – изучить и проанализировать литературу. Второе – провести опрос в социальных сетях. Третье – разработать календарный тематический план. Четвертое – разработать сценарий подкастов и стримов. Пятое – создать ряд обучающих видео. Шестое – загрузить стримы и подкасты в социальные сети. Седьмое – провести контрольные в игровой форме. И восьмое – сделать выводы. Объект исследования данной работы – способ популяризации якутского языка, предмет исследования работы – обучающее видео. На данный момент есть несколько способов популяризации языка, которые вы можете увидеть в презентации. Проанализировав их по 5 критериям, мы пришли к выводу, что способ популяризации через видео является самым эффективным. Далее мы провели опрос в социальных сетях и узнали, что люди хотят популяризировать свой якутский язык через видео. Так как я занимаюсь этой работой уже второй год, на втором и третьем месте стояли стримы и подкасты. Я через них тоже в этом году буду популяризировать якутский язык. Далее мы составили календарный тематический план на один учебный год для детей дошкольного возраста. Также мы разработали и написали начальный сценарий подкаста и стримов на родном языке для детей дошкольного возраста. Мы монтировали на программе Sony Vegas и далее создали видео. Здесь вы можете увидеть раскадровки первых 4 видео моих обучающих видео. Для проверки эффективности наших видео мы провели сначала первую экспресс-игру, затем показали 4 обучающих видео, затем провели вторую экспресс-игру в детском саде Сардана. По словам воспитателя, детям очень понравились видео, и можно было заметить, что уже где-то 100% детей употребляли наши слова, которые были на обучающих видео. В заключение хочу сказать, что в будущем наша работа имеет большие перспективы. Во-первых, мы продолжим сотрудничать с Пекинским детским садом Сардан. Во-вторых, мы вложим эти видео на наши YouTube-каналы, чтобы они были доступными. В-третьих, в будущем мы планируем сотрудничать с другими детскими садами нашего вуза и затем и республики. В-четвертых, мы разрабатываем свою интерактивную книгу на родном языке для детей дошкольного возраста. Махтал, спасибо за внимание.